Наш герой оказался скромным и немногословным, но именно о таких и говорится в пословице «дело мастера боится». В его руках любой инструмент начинает послушно исполнять свою работу. Виталий Рогожан – мастер аварийной службы. Всегда готов поспешить на помощь. Полгорода жилищного фонда старенький. Ну, на новых домах это как бы поменьше случается. Но на старом фонде это частые как бы вызовы. Ряд домов на Жуковском проезде обслуживает слесарь-монтажник Виталий Рогожан. Работу свою он считает интересной и в наше время говорит, постоянно нужно совершенствовать свои знания. Люди приобретают новую сантехнику, одна модель не похожа на другую. По пайке труб с полипропиленовых нас отправляли на учебу, да, было. Ну, а больше всего, как говорится, сам потихоньку. Часто в интернете сижу для того, чтобы сам вот эти технологии, вот это все. И сына понемногу мужскому делу учит, будучи уверенным, что настоящий мужчина должен уметь забить в стену гвоздь, и не только. Участие в конкурсе для Виталия было не ново. В прошлом году он получил 4-е место и приз за волю к победе. Воля к победе, видимо, была столь яркой, что уже на этот раз он обошел всех соперников. Оно получается как бы творческая одна работа, да, но и в то же самое время она и на точность, и на время. В жизни время тоже играет немаловажную роль. Недаром же служба, в которой трудится Виталий Рогожан, зовется аварийной. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.